Добрый день, с вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня на обзоре у нас Кировец. Легендарная машина 1992 года выпуска, с наработкой 0 после капитального ремонта. Друзья, сейчас, правда, завести не сможем, а он стоит практически год. Аккумулятор разрядился, поэтому только при более детальном осмотре. Как соберетесь, если заинтересует, приезжайте, все заведем и покажем. Резина в отличном состоянии. В прошлом году, повторюсь, был капремонт. 240-й двигатель. Полностью в рабочем состоянии. На текущий момент никаких капиталовых вложений не требует. Ну, кроме вот этой разбитой фары. Друзья, напомню, в нашей компании можно приобрести технику как лизинг, так и кредит. За наличный расчет и без нал. Навеска, гидравлика, все в полном порядке. Вот небольшие, правда, потеки есть на гидроцилиндре. Ну, возможно, из-за того, что просто стоял. Друзья, сейчас будет небольшой обзор кабины. Сразу предупрежу, необходимо сделать такие косметические работы в кабине. Сейчас залезем. На секунду. Немного убраться, подштопать сиденье и в работу. Так что, друзья, кто заинтересовался, звоните, пишите. Договоримся с вами на более детальный осмотр. Приедете, заведем и покажем полностью в работе. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.